Տրամադրությունը եւ տպավորությունները։ Первый раз попала, когда мне было лет 6. А еще когда мама здесь выступала с большими концертами на стадионе. Вот, и тогда Ереван, ну, вообще Армения, ближайшие, так скажем, города, произвели на меня достаточно яркое детское впечатление. Вот, и я очень рада, что с тех, так скажем, пор кое-что, естественно, изменилось. Он стал более современный, более продвинутый, но при этом архитектура и вот этот вот колорит розового города, он не утратил. Всегда приезжаешь, и если повезет с солнечной погодой, да, то прекрасное сразу настроение, потому что очень, ну, так скажем, необычное, очень красиво смотрится.